Прям здравствуйте. Вот и пятница. Вот она самая та пятница. У нас что? У нас в пятницу в Штамтыш едем. Обычный стол, где общаемся, обсуждаем темы, что-то планируем или не планируем, или просто общаемся. Да, еду, погода, как видите, радует, да, вон все окошко мокрое, прям, я прям от радости, прям, не могу. Смех и слезы. Нет, в принципе, черт, погода-то осенняя, было бы сейчас, с одной стороны, неправильно вообще, если бы на улице было 30+. Тогда бы и насекомые обалдели бы, и люди бы обалдели, ошалели. И так вот в сентябре ходили в трусах и майке по-немецки. Что потом этот горло у меня болит, на работу не могу. Ну, короче, вот эти все детские отмазки. Так, ну а нам что? Нам осталось-то, в принципе, нам немного. Хотя, ну, немного, как немного. Смотрю на карту автомобиля, мне говорит... А 25 километров не хотели бы вы еще прокатиться? Я такой, нормально. Ладно, едем. Пару кадров еще там запишу, как обычно. Все на память. Все это делается на память. Те, кто думает, что с этого что-то идет копейка. Ой, красный там у меня. Могу вас разочаровать. Никакой копейки я за это не получаю. Все делается на добровольной основе. Но самое это веселое то, что пройдут годы, пройдут года, годишки, месяца, там, я не знаю, кому как. У некоторых месяц за год идет, у некоторых наоборот, год за месяц. И вы увидите эти самые видео, как мы меняемся, как много что вокруг нас меняется. И вот тогда будет понятно, зачем это все делалось. На память это все делалось. Реально, я смотрел буквально на днях видос, который записывал одним из первых 3 года назад. Обалдеть. Просто вот обалдеть, как я слушал, что я там говорил. Качество камеры за это время, сколько всего поменялось. Тогда еще был новый мотоцикл. Теперь уже мотоцикл 4 года. 5 будет. Я постарше стал, морщин добавились, седые волосы, борода полная. Но это опять же зимний такой атрибут. Короче, что мы вокруг да около, едем в гараж. Где ты? Я это видел. А я говорю. Не забыть, да? У вас Санек наголодался? Не у нас случайно две. Ложи. Мой коллега был. Блин, как настоящее мясо, да? Как будто бы. Такой вот Штамтыш. Все, едем домой до следующей пятницы.